Я больше не буду платить тебе за работу ассистентки. Меня увольняют? Просто не буду платить. Ты получаешь деньги раз в неделю за игру. Это неправильно. Ты не хочешь платить, потому что чаевые здесь слишком большие. А если я не согласна, то рискую потерять и работу, и чаевые, и это честно? Вздумала торговаться? Ты пустое место. Я буду проводить игры в этом номере каждый вторник. Первый взнос — 250 тысяч. Об этом заговорят. Играем! 8 лет в Голливуде и 2 года в Нью-Йорке вы управляли самым роскошным частным казино. Вы видели имена в обвинительном заключении? Признайтесь, Молли, вы связаны с русской мафией? Ты дико рискуешь. Игроки должны вам почти 3 миллиона. Тебя просто убьют. Слышали обо мне? Я прочитал обвинительное заключение и купил вашу книгу. Вы понимаете, что вам предъявлено обвинение в организации подпольного казино? Вы будете моим адвокатом? Мои партнеры вряд ли захотят рисковать репутацией ради принцессы покера. Если вы думаете, что принцесса могла провернуть подобное, вы ошибаетесь. Похоже, у вас сложилось ложное представление обо мне. А если я докажу, что ваши недалекие предвзятые суждения — полная чушь? Я буду поражен. Это реальная история, но я изменила все имена, кроме своего. Эй, Молли, я перенес игру в покер в Cobra Lounge. Ты мне поможешь. Кинозвездами, банкирами, магнатами. Они шли ва-банк каждую минуту. Спасибо, Молли. Это тебе. Благодарю. Почему вы одна? Где все эти люди, которых вы покрываете? Почему они молчат?